впервые попробовал подключить к ЯШ антенны QCX Mini в режиме VSPR маяка. Но не видно ничего. Питается от двух аккумуляторов. Мощность где-то 1 Вт на выходе. Время 14 часов 14 минут. Ну, по Гринвичу, значит, 11 часов. Вот антенна. Вот она, палочка на окне. И вот первый рапорт. Сейчас быстро к компьютеру. Вот он. Первый рапорт ВСПРовский. Смотрите. 11.08. То есть 14.08 по Москве. Вот текущее время то самое. И вот он, первый рапорт на эту антенну. Минус 17. Финляндия. Так что, может быть, еще что-нибудь и получится. Я решил продолжить эксперимент после ВСПРа в телеграфе, собственно говоря, который меня интересует больше всего, наверное. Так, подключил ключ G90. Мощность поставил, сейчас скажу, сколько было. Сейчас она сфокусируется, наверное. О, 15 Вт. 15 Вт мощность я поставил. И на 14.040, по-моему, раза 2 или 3 дал CQ. Смотрите, что в результате получилось. Получилось вот что. Швеция. 14.040. 19 dB. 13.29. Это недавно было. А сейчас 16. Ну, то есть 20 минут назад где-то. Ну, карты почему-то нет. Не знаю, может, надо что-то тут поставить. Почему-то нет. Ну, да не важно. В общем, короче, такой эксперимент сегодняшний достаточно, по-моему, интересный. Все это на антенку длиной 50 сантиметров, в общем.